на экспо получать наши футболочки за номера. Лена будет бежать быстро, вы меня услышите скоро в новостях. Русская быстрая девчонка. А сейчас входим на экспо. And now you've got yourself something funky. Есть такое разделение по расстоянию, дистанции, и все стоят в своих очередях. И мы, пожалуй, сюда встанем. Номера получены, сейчас идем получать, вот номер, как он выглядит. Причем получать футболки и комплект участников. По своей комплекте подобрать футболку и получишь сумочку. Ничего сложного. Условно, на самом деле, поступать. Народу много, все хотят есть, все едят. Дают банан, воду и, не знаю, паста, наверное. Заканчиваем наше путешествие по Стамбулу. Марафон мы выполнили. Данила пробежал за 3 часа 26 минут. Он поставил свой рекорд. Сережа пробежал за 3 часа 08. Тоже поставил рекорд. Но я и не был самым быстрым русским. Я занял среди русских 8 место. Я вошел в десятку, да, и 5% и 148 место из всех вообще бегунов, мужчин, кто завершил эту дистанцию. 3200 человек. Самочувствие прекрасное, ищем где позавтракать, вкусно, необычно, может быть по-турецки. Небольшой какой-то рынок около того места, где мы живем. На том берегу незабудки цветут, а на том берегу капуэру поют. Бегал, да, тоже? Бегал, да. Ты рад пробежке? Я очень рад. Могу сказать, что на 42.ru немножечко не полна картина описания данного марафона, потому что там совсем не сказано о том, что с 30-го, даже с 28-го километра по 39-й километр длинная, тягучий наклон, в который ты бежишь по этой набережной, и который ломает не только тебя физически, но и психологически, что было очень сложно. А причем еще картинка не меняется, стройка. Да. Стройка на одном фоне, с другой стороны такие же бегуны, которые бегут в противоположную сторону. Да, да, и да, вот да, это да. Реально на протяжении там 15-20 километров, на протяжении полутора часов ты смотришь просто. Ну да, это удручает, честно говоря. Вот, ну вообще все классно, конечно, убийца последний километр, это просто там, я не знаю, сколько, 60 градусов, может больше, да. Ну очень тяжелый подъем, да, тяжеловато. Ну все получилось, все здорово, все классно, все побили рекорды, установили свои лучшие результаты и все классно. Гуляем по Стамбулу! Yeah. Да. Друзья, мы попали в самую башню Галата, самая высокая в Стамбуле башня, 63 метра ее высота, диаметр 32, по-моему. Она находится на предгорье Галата. Вот если обратить внимание, вот туда вниз мы очень долго и много поднимались, сейчас поднимаемся, чтобы сделать
несколько фоточек посмотреть на нее с близкого расстояния. Ну что, друзья, это было отличное путешествие, и вот вам стамбульский привет. Я надеюсь, у меня получится.